Работы по расчистке улиц в Адлерском районе, Дагомысе и Кудепсе продолжаются. В Мирном завершается откачка воды. В аварийно-восстановительных работах задействованы 200 сотрудников МЧС и военнослужащих. Они пробудут на курорте до пятницы. Также специалистам помогают волонтеры. Так, только в Дагомысе с 27 по 29 июня ежедневно на расчистку улиц выходили 300-400 человек. За это время было вывезено 2000 кубометров мусора. Уже полностью очищены улицы Армавирская и Фестивальная. А полностью расчистить пострадавшие от паводка территории поселка планируется до 1 июля. В пунктах временного проживания сейчас находится 421 человек. Накануне жителям Сочи начали выплачивать компенсации. На данный момент их получили 336 человек. Об этом вице-губернатору доложили руководители социальных служб города. 261, 10, 49 по 50 и 26 по 100 тысяч. Причина, если мы по 10 брали всех, и заявлений у нас очень много, у нас около 600 заявлений. Поэтому кто по спискам определился и подошел, мы вот им сразу выплатили. По 238 заявления собраны, сейчас вот сортируем, выясняем. По 10 тысяч рублей получили 261 пострадавший, по 50 тысяч рублей 49 человек и 100 тысяч рублей 26 человек, полностью утративших свое имущество. Работа по сбору информации о пострадавших и выплатам продолжается. Утратившим в результате подтопления документы необходимо обратиться в отделы полиции.